Сифон. Сифон. Подожди. А как еще был? Сифон, Сифон. Серафим. Сифон хорошо, Дим. Ну, пускай Сифон будет. Но у него температура немножко, потому что все-таки заражение пошло. Не заражение, а воспаление. Потихонечку. Заживляться будет. А откуда он, Дим? Это с Сафоном, по-моему. Горячий. Но у него там сухожилия, короче, торчат. Ему, ну, шить здесь бесполезно, потому что кожа уже как бы, это не новый порез, как бы прирастать по краям начала. Так что теперь только мазью мазать. Сейчас ему надо воротник одеть, чтобы он не разлизывал ее. Чутка повыше. Ну, воспалительный процесс идет. Слушай, а как он умудрился вот так вот разодрать себя? Да, скорее всего, помощь со стороны. Так, дружище, чтобы ты себе не разлизывал там ничего, я тебе сейчас фокус-покус сделаю. Одевай. Молодец, хорошо. Ты, подожди, я не психую только. Я тебе сейчас все одену. Все будет тихо по фэншую. Тихо, 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 тихо. Эй, дружище, чуть-чуть расслабим, но пока не привыкнешь, чуть-чуть подтянем. Не задохнешься точно. От температуры уходить не надо, температура терпимая. Удачи. Ушиб, возможно, и... Не, вроде перелома нету. Но, во всяком случае, я так думаю, сотрясение имеется, потому что невозможно с позвоночником проблемы, потому что вот он идет, а здесь как бы горб. А если горб, то это спинальник, по сути дела. То есть ДТПшник стопудовый. Потому что с этой стороны видно, что лапа ободрана, ну, обычно под колеса попадают. Какие элементы встречаются. Так. Вот я так понимаю, он еще в туалет не ходил. Поэтому придется ему катетер ставить, скорее всего. Как назовем мальчика с русской? Ленин был? Был. Феликс. Феликс. Так, ну здесь надо поотлежаться. Я думаю, сейчас пока рентген смысла делать нету. Пока он хотя бы какие-то телодвижения не начнет делать. Но ему, честно говоря, скорее всего спина, я так думаю. Потому что у него координация, не координация, а движение нарушено. Пока отлежаться.
старинный. Отечность какую снимет, снимет и это самое, может быть, толк какой-то будет. Такое бывает, помогает. С миру по нитке. Первая в России бесплатная вице-часть. Молодец, умница. Все.